О незаурядных способностях 11-классника Евгения Станчина знают не только в его родной кузнецкой школе. 17-летний парень – знаток точных наук, с легкостью решает задачи повышенной сложности. По словам учителя физики Галины Мухиной, за 33 года педагогического стажа таких талантливых и любознательных учеников у нее еще не было. На уроках физики он для меня, наверное, иногда создает проблемы, поскольку все задачи, которые я даю ребятам, ему кажутся очень простыми. И мне приходится порой для него специально готовить материал на урок. Особенно, когда проходит самостоятельная работа, контрольная работа. Параллельно с общеобразовательной программой Женя осваивает курс заочной школы при Московском физико-техническом институте, куда поступил в 2013 году. Много времени уделяет самостоятельному обучению. Мы с первого класса, я очень любил математику, но потом, когда появилась физика, и физик тоже полюбил. Ну, начал я участвовать в олимпиадах с 8 класса, сначала в городских, ну, а потом уже и в всероссийских. Вообще у нас с мужем, у обоих тоже склонность к математике, мы как-то сами тоже в школе хорошо учились, я тоже школу с медалью закончила. И вот, наверное, все-таки это по наследству немножко перешло. Ученики второй кузнецкой школы, которая в этом году отмечает 50-летие, ежегодно становятся победителями и призерами конференций. В этом году команда учебного заведения заняла второе место в городском туре предметных олимпиад. Трое 11-классников, в том числе и Женя, стали лауреатами премии главы администрации Кузнецка. Талантливых учеников могут подготовить только талантливые учителя. И вот высокий профессионализм наших учителей и их неравнодушие, пожалуй, прежде всего, вот дают такие результаты. Ну а Женя Станчин – это наш талант, это наша звездочка и надежда, я думаю, не только города Кузнецка и Пензенской области, а вообще и всей страны. После окончания школы Женя планирует заниматься научной деятельностью.